Всем привет, на канале Макс. Сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. В эту серию мы пойдем в ад добывать незерит. Как вы знаете, у нас уже есть один древний обломок. Но нам нужно еще три. Но по логике нам надо всю броню и все инструменты. Погнали. Так, мы в аду. Давайте копаться до 14 высоты. Так, я на 14 высоте. Давайте копаться. Так, не в эту. Вот в эту. Так, я нашел первый обломок. Только один. А, два. Нихрена себе. Ну, а что, ты третий где-то завалялся? Нет, третьего нет. Так, прошло 20 минут, и вот он еще один. И он у нас один. Прошло 10 минут. Я нашел еще один. А может где-то второй? О, второй! Фига себе нам везет. Оп. Прошло целых 30 минут, и я и добыл еще один. Нашел, то есть, еще один. Оп. И он тут один. Прошло целых 15 минут, то я нашел еще один. У нас тут два их. Их тут два. Может, их тут три. Не, вроде нету. Так, я нашел еще один. Оп. Ладно. На такой ноте мы заканчиваем. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем пока!